«Источник любви». Картина французского живописца Жана Анре Фарганара, написанная в 1785 году в стиле рококо. Картина находится в музее Гетти в Лос-Анджелесе. В своей картине Фарганар изобразил, как из темной чащи леса стремительно вырвались мужчина и молодая женщина и достигли, наконец, края бассейна источника. Путь резвятся в водах источника и вздымающихся брызгах фонтана. Один из них предлагает чашу волшебной жидкости для молодых любовников. Источник любви – это история сада любви, аллегории природы любви, которая возникла в поэзии античности и средневековья. Фарганар изобразил воду источника, в которую Купидон опускает свои стрелы, поражающие затем любовью богов и людей. В каждый период живописи определенной эпохи человеческой культуры художники писали этот романтичный мотив. На рубеже 1700-х годов художники рассматривали аллегорию фонтана любви почти как предмет жанра, изображая любовников в соответствующих эпохе костюмах, флиртующих в саду у декоративного источника. Этой версией картины Жан-Анре Фарганар возвратил аллегорию к ее классическому виду.